будет знакомиться с нашими, не нашими, и что с ними делать. Это у нас летный тренажер, который будет в оболочке. Можно, собственно, здесь любые занятия проводить. Мы даем уроки по истории, географии, научим учителей, как делать. У нас, по-моему, в школе нет такого нигде, да? Нет. Ни в одном Суворовском. Есть классы на 10 человек, есть классы на 20 человек. На 10 человек.